Доброго здоровья, друзья! И снова с вами лохматая душа. А у нас, друзья, у нас грусть, у нас боль, у нас постоянные просьбы. Не каждый выдерживает наш канал. Но это жизнь. И без этого, друзья, нам не прожить. Можно закрыть глаза, пройти мимо, но будем ли мы после этого чувствовать себя людьми? Эта история об очередном ребенке, попавшем в беду. И его история началась с очередного звонка. Позвонила женщина и сказала, что в Чехове возле детской клиники лежит собака, у которой окровавлена лапа. Да, рано тут, конечно. Ты тут где поближе тепло, тебе дует, лежишь, да? Вон там она лежит. Красавец, ну пойдем. Пойдем. Сюда идти, я не знаю, да? Как же мне тебя поднять-то? Зачем? Да, сейчас пойдем в больничку. Я очень благодарна Чеховской зоозащите. Девчонки молодцы. Я уверена, мы будем сотрудничать долго и плодотворно, потому что когда все вместе, тогда все получается. Отозвалась Инна и помчалась вместе с мужем за собакой. Им удалось погрузить мальчика и отвезти его в клинику. Здесь его осмотрели, сделали снимки, все это посмотрели и пришли к неутешительному диагнозу. У ребенка перерезано ахиллесово сухожилие. А эта операция очень страшная. Что-нибудь немножко не так, и ребенок останется инвалидом. Или начнет усыхать лапка. Друзья, у меня только один врач. Это Барков. И мне легче промчаться 400 километров в ночь на машине, чем оперировать здесь, в Москве. Цены просто заоблачные. К тому же, не знаю врачей. А Баркову я доверяю. И повторю 100 раз. Ему я доверила бы и мою жизнь. Перед вами наш ребенок. Курам. Мы его прооперировали. И сейчас поставили ему фиксаторы, сшили сухожилия. И именно поэтому я прошу вас о помощи. Люблю вас, люди. Люблю вас, мои дорогие друзья. Рада новым и благодарю старых за то, что вы рядом. Спасибо вам, мои хорошие. Искренне благодарна за любую помощь. За самую минимальную. Она нам нужна, друзья. Для вас 50-100 рублей. Для нас очередная спасенная жизнь. Для нас накормлены 2000 бездомышей, которых мы с вами уже спасли. Благодарю вас, люди, за то, что вы на нашем канале, за то, что вы с нами, за то, что откликаетесь, за то, что вы просто хорошие, настоящие люди. Спасибо вам.